11 будущих молодых журналистов, 2 наставника окажутся по две стороны баррикад. Это будет настоящая битва, которую вы сможете наблюдать в эфире вечерних новостей. Участники получат не просто колоссальный опыт в медиасфере. Им предстоит выполнять задания, по итогам которых каждую неделю худший из них будет номинирован на вылет. Экспрессия проекта зашкаливает уже сейчас. Школьники, которые заявились на участие, не собираются сдавать позиции. Все они яркие и креативные личности. Битва молодых журналистов стартует на телеканале ТНТ «Березники» уже в понедельник, 3 июня, в 19 часов.